Ташкенте состоялись переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Узбекистана Шавката Мирзиёева в узком формате. Одним из итогов этой встречи стал запуск новой тепловой электростанции. Она расположена в Кибрайском районе Ташкентской области. Еще одна газопоршневая электростанция появится в Хавасском районе Сырдарьинской области. Турция за последние 4 года стала одним из главных инвесторов в Узбекистане. Несмотря на пандемию, товарооборот по итогам прошлого года достиг почти 3,5 миллиардов долларов, увеличившись почти на миллиард. Визит президента Турции Эрдогана в Узбекистан является значимым международно-политическим событием для обеих стран. Отношения Ташкента и Анкары сегодня развиваются по восходящей линии и находятся на уровне стратегического партнерства, сказал научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев. В ходе нынешнего визита Эрдогана может быть подписано соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, которое предусматривает расширение перечня товарных позиций. Значительно активизировалась деятельность бизнес-кругов. Сегодня в Узбекистане работают более 1500 турецких предприятий. Впрочем, только Узбекистаном Турция не ограничивается. Совместно с Пекином Анкара намерена реализовать проект транскаспийского транспортного маршрута, который соединит все страны тюркского мира. Благодаря этому коридору Турция обеспечит себе прямой вход в Центральную Азию, что позволит увеличить экспорт товаров промышленного производства, а также импорт сырья. Для Ташкента взаимодействие с Анкарой прежде всего в экономическом и гуманитарном ключе, а также в плане поддержания региональной стабильности и укрепления атмосферы сотрудничества. Планы Анкары относительно развития взаимодействия с Ташкентом носят более комплексный и всеобъемлющий характер, говорят эксперты. Они включают в себя и такую подспудную цель, как более активное вовлечение Ташкента в орбиту собственного политического влияния и интеграционного притяжения. Однако аналитики полагают, что несмотря на все старания Турции, у Узбекистана вряд ли есть планы стать сателлитом республики в Центральной Азии. Узбекские власти имеют свои цели и намеренно придерживаются внеблоковой политики.